Привет, друзья! С вами канал «Жизнь на Азорах». Сегодня я вам расскажу, какая погода у нас была 11 января, и у нас случился ураган. Каждый год происходят какие-то ураганы на Азорских островах, это зима, обычно при юго-восточных ветрах, и вот сейчас это не исключение. Юго-восточные ветра принесли на наш остров Фаял, это один из 9 Азорских островов. Вот такие вот огромные волны, и разрушительные, достаточно разрушительные, и очень сильный ветер. Но не такой страшный ураган, как был у нас несколько лет назад, назывался он Сан-Лоренцо, а этот ураган называется Ипполит, и в то же время он, конечно, принес очень большие разрушительные моменты в наш город в виде волн, не то что в виде ветра. Океан выплеснулся из своих берегов и захлестнул набережную Фаяла. Еще 2 корабля частных утопили волны. Между 13 и 14 часами 11 числа это было самое. Океан поднялся на самую свою высокую точку. Навигация между соседними островами, конечно же, прервалась. Не было кораблей, не выходили. Волны захлестнули набережную. И первая линия была полностью парализован был город. Первая линия домов была залита водой. А в этой первой линии находятся коммерческие центры, коммерческие магазины всякие и рестораны. И вода просто выливалась с одной стороны дома в другую. Жизнь города продолжалась, мы пошли на работу, школа работала, хотя я думала, что занятия отменят. В школе взрослые сорвало крышу на здании бассейна. Вот вы видите, как корабли загоняют в бухту более безопасную. И корабль, который привозит нам товары, кстати, можете посмотреть мое видео по обзору цен. Вот именно вот этот контейнеровоз привозит каждую неделю товары на наш остров. Но именно на нашем острове его застал ураган. И для того, чтобы контейнеровоз не перевернулся и не раскидало контейнеры, как было уже на другом острове Флориш, когда смело просто контейнеры в океан и разметало его по набережной, его было принято решение перегнать в более безопасную бухту. Такие вот у нас погоды бывают зимой. Вот стоят на корабли тоже, которые перевозят пассажиров, были загнаны в безопасную бухту. Ну что, после урагана Ипполита, мне прикалывает, когда они дают такие смешные названия. По именам именно. Имена. И вот у нас был ураган Ипполита. Скоро к нам придет ураган, который называется Ирен. Это уже на следующей неделе. И сегодня такая погода. Ну, лето. Желаю всем удачи. Подписывайтесь на канал. Пока.